и прогулялись на свежем воздухе и почтили память наших героев. Ученики 30-й гимназии под руководством преподавателей подготовили танцевальный сюрприз. 400 гимназистов выстроились в стройные ряды, а позже выступили шоу-программой. В Ульяновске проходит патриотический флешмоб. Юные парочки кружатся в вальсе на площади у современника. Этот массовый танец называется «Вальс Победы». Ставили номер учителя физкультуры и хореографии. А преподаватели истории проводили тематические занятия о хрониках Великой Отечественной войны. Пока подготовка шла, детям много раз рассказывали о войне, о героях, встречались с краеведами, которые могли нам интересно об этом рассказать, проводили репетиции. Ну и вот «Вальс Победы» само по себе мероприятие очень интересное. Станцевали и малыши из начальной школы, и старшеклассники. Те, кто повзрослее, поделились гражданской позицией. Хранить память предков необходимо. В этом уверены Екатерина Наумкина и Лев Романов. Отношение нашего народа к празднику Победы в Великой Отечественной войне не меняется уже на протяжении многих десятилетий. Для меня этот праздник является не только праздником, а и днем скорби, потому что это день, в который ты сотый раз понимаешь, с каким трудом, с какими огромными потерями советский народ одержал победу над фашизмом. Мы ведем спецоперацию на Украине. Я считаю, что отождествление данного праздника и роли Советского Союза и народа, русских людей, наш народ многонациональный все-таки, крайне важен. Родители пришли поддержать своих артистов. Многие мамы и папы не смогли сдержать слез. Мы расплакались до слез, очень было приятно. Вообще, спасибо организаторам, что организовали для нас такой праздник. И директор школы, и родители, и дети сошлись во мнении, что «Вальс Победы» должен жить и повторяться год за годом. Виктория Чиркова, Даниил Сурков. Управда ТВ.